На Выселковой грузовик догнал легковушку. Из-за аварии на проезжей части образовалась огромная пробка. Столкновение двух транспортных средств произошло на улице Выселковой. Автомобиль Toyota Corolla двигался со стороны Рудневского моста. Невдалеке от перекрестка с улицей Анны Щетининой водитель универсала притормозил из-за включившегося впереди светофора. В этот момент вслед за ним двигался автоэвакуатор ФУСа. Водитель грузовика по непонятной причине не успел среагировать. По всей видимости, мужчина не вовремя нажал на тормоза и, как результат, догнал легковушку. Водитель Toyota Corolla спокойно отреагировал на ситуацию и даже пытался шутить. Мчался 160 по МКАДу. Резко по тормозам увидел красный свет, резко по тормозам. И тут удар, бац, в задницу, и все. Хана, приплыли. Машина новая, целая будет. Да? Конечно. Понятно. Что, страховки нет? Страховка имеется, все. Имеется, конечно. Страховка. А у кого нет страховки? У меня нет. По результатам столкновения эвакуатор отделался минимальным ущербом, таким как треснувшая радиаторная решетка и помятый бампер. А вот универсалу повезло меньше. К тому же у владельца Короллы отсутствует страховка, и разойтись по европротоколу не выйдет. Пока участники аварии вызывают сотрудников полиции и оформляют дорожно-транспортное происшествие, на проезжей части со стороны Рудневского моста образуется пробка.